Хочу туда, не зная куда. Угадать желание человека сложно, особенно если он сам для себя еще ничего окончательно не решил. Но с этой задачей справится ваш спутник Гермес. Как театр начинается с вешалки, так и отпуск начинается с похода в турагентство. Согласитесь, как только вы переступили порог туристической компании, у вас уже начинает формироваться впечатление о будущем отдыхе. И как важно, чтобы все было на высоте. Приветливые сотрудники, яркий интерьер, опытные специалисты. Часто мы приходим в турагентство, даже еще не зная, куда хотим отправиться. Ваш спутник Гермес всегда поможет и подскажет. Подбор тура не превратится в испытание. Наоборот, вместе с сотрудниками компании вы приятно проведете время и рассмотрите множество вариантов. Однако говорить одно – это нужно видеть. Итак, один день из жизни клиента компании «Спутник Гермес». Игорь – любитель ярких впечатлений. От отдыха ждет максимального комфорта. В компанию «Спутник Гермес» решил обратиться по рекомендации знакомых. Здравствуйте. Я очень хочу отдохнуть. У меня скоро отпуск, но пока не определился с направлением. Что вы можете предложить? А какой отдых вас интересует? У нас есть речные и морские круизы, отдых по России и зарубежный туризм. Пройдемте? Кроме того, компания «Спутник Гермес» – это экскурсии по городу и области, оформление визы, продажа авиа и ЖД билетов, весь спектр туристических услуг в одном месте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу новых впечатлений, но пока не знаю, с чего начать. Что вы посоветуете? У нас есть большое количество экскурсионных маршрутов по России, туристические поезда, автобусные туры. Что бы вы хотели рассмотреть поподробнее? Давайте рассмотрим автобусные туры. У нас есть автобусные туры на майские праздники. С 1 по 3 мая Казань, Свияжск, легенды и были. Это автобусный тур 3 дня, 2 ночи. К 70-летию Победы компания заготовила интересные туры в столицу нашей Родины. В Москву на майские каникулы вы сможете отправиться на комфортабельном туристическом поезде. Знакомство со столицей начинается на Воробьевых горах, откуда открывается потрясающий вид на город. Отсюда видно квартал небоскребов Москва-Сити, Новодевичий монастырь, Олимпийский спорткомплекс Лужники и многие другие знаковые достопримечательности. А 9 мая, в День Великой Победы, вас ждет незабываемое событие, которое хоть раз в жизни должен увидеть каждый. Парад Победы и праздничный салют. Насколько рано нужно задуматься о поездке и забронировать тур? Уже сейчас нужно задуматься и забронировать тур. Все программы и более подробное описание с ценами вы сможете посмотреть на нашем сайте. Заходите в раздел «Российские направления», выбираете понравившийся вам тур, автобусные туры из Самары, либо туристические поезда с интересующимся вас направлением. Отдых в России самый разнообразный. Пляжный на Черном море и созерцательно нежаркий на Балтике. Экскурсионный в городах Золотого кольца и обеих столицах. Активный на просторах Урала и Камчатки. Нашему герою предложили множество интересных вариантов. Однако прежде чем сделать свой выбор, он решил рассмотреть и заграничный отдых. Сейчас действуют акции. Узнав об этом, Игорь обратился к менеджеру зарубежного отдела. Я уже рассмотрел вашей компании отдых по России, и теперь меня интересует вылет за рубеж, но вылет из Самары. Что вы можете предложить? Испания, Тунис, Турция, Греция, островная и материковая. И есть еще такие страны, которые популярностью пользуются круглогодично. Чехия, Эмираты, Египет и Шри-Ланка. Я немножечко опасаюсь вылета за границу. Что вы скажете по этому поводу? Наша компания работает на рынке туристическом более 15 лет. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы знаем, что мы продаем. Наша компания достаточно часто отправляет своих сотрудников в информационно-рекламные ознакомительные туры. Ваш спутник Гермес предлагает вам отправиться в любую страну мира с перелетом из Самары или другого города. Пляжный отдых, экстремальный туризм, интересные экскурсионные туры. Все, что вы пожелаете, возможно. Комбинированный тур по Европе – пожалуйста. Отдых на экзотических островах – легко. Деловые поездки за границу – и это доступно.
мечтах Игорь уже на борту самолета летит отдыхать. Хочется и в Чехию, и теплую Грецию. Каждый тур интересен, да и цены не кусаются. Спутник Гермес постоянно радует своих клиентов скидками и интересными предложениями. Но для того, чтобы окончательно разобраться в своих желаниях, Игорь решил узнать о совершенно новом для него отдыхе – круизе. Добрый день! Вы знаете, меня очень интересуют речные круизы, но я ни разу не был в таком путешествии. Скажите, пожалуйста, что ожидать? Какие у вас есть предложения? По речным круизам у нас очень много предложений. Есть круизы маленькие на день, чтобы ознакомиться, что такое корабль, какая жизнь вас ждет на корабле, и более длительные круизы до 22 дней. По Золотому кольцу сколько городов мы охватываем? Смотрите, по карте мы отправляемся из города Самары, проходим знаковые города Казань, Чебоксары, Космодемьянск, Нижний Новгород, Городец. Будет заход в город Кострома, в Ярославль мы будем заходить, в Углич, в Мышкин теплоход будет заходить. И в Москве теплоход будет стоять 2 дня, чтобы туристы смогли совершить загородные экскурсии не только по столице нашей Родины, но и в ближайшие города. Если круиз мы с вами рассматриваем до Санкт-Петербурга, у нас города будут немножко другие. Мы зайдем в Ирму, в Горице теплоход будет заходить, на острова Кижи, Каневец, Валаам. В Санкт-Петербурге запланирована стоянка 3 дня. Очень много интересных предложений, масса интересных направлений, хорошие акции, привлекательные цены. И я определился в одном точно. Мой отдых будет с компанией «Спутник Гермес». Наш герой свой выбор сделал. А вы уже знаете, где будете отдыхать? Нет? Тогда отправляйтесь по этому адресу. Доверьте свой отдых профессионалам. Ваш спутник Гермес.